Добрый вечер, друзья. Я хочу напомнить, что в воскресенье, вот сегодня среда вечер, а в воскресенье утром по местному нашему времени в 10:30 утра, соответственно, это будет 9:30 вечера по Москве, да, значит, 9:30 по Москве вечера, в воскресенье, у нас в офисе будет трансляция. Значит, она будет в Ютубе, будет прямая трансляция, она же будет в Перископе. И, соответственно, мы на камеры тоже запишем, чтобы было более качественное видео, может быть, как-то я потом смонтирую. Вот. И Светлана Каф, американский иммиграционный адвокат, будет выступать и отвечать на вопрос. Значит, во-первых, все те, кто живет на местности, приглашаются прийти, значит, денег не стоит, и, значит, задавать вопросы там на месте. И я знаю людей, которые собираются приехать издалека, там чуть ли не из Лос-Анджелеса, то ли из Сан-Диего были ребята, которые собирались приехать. Вот такой был интересный оборот, не знаю, что у них получится. Но, значит, первое, можно прийти в офис, второе, можно живьем поучаствовать, и третье, можно потом смотреть трансляцию, соответственно. Вот, и вопросы задавались, да, я предлагал задавать вопросы издалека тем, кто будет в записи смотреть, задавать вопросы под предыдущим видео, где я говорил, что это в принципе состоится, можете под этим продолжить, мы потом все это соберем, задавать вопросы, вот для того, чтобы потом посмотреть в трансляции. И это здорово, значит, когда можно, я считаю, что это здорово, когда можно вот так вот живьем. Вот, и все-таки вопросы относятся к иммиграции, да? То есть это не вопрос о том, как Светлана в страну попала, это не вопрос о том, там, чем занимается ее муж, там, и так далее. Это вопросы о том, значит, чем она занимается по работе. Да? Разные типы виз, там, я не знаю, что еще. А теперь хочу сказать, что есть обстоятельства некоторые очень забавные. Дело в том, что в этот же самый день, в воскресенье 7 февраля, у нас тут состоится в Санта-Кларе Супербол. Вот если еще минут так 10-15 прямо проехать, вот будет как раз то самое место. Что-то впервые в истории, чуть ли не знаю, там, вот почему-то именно в Санта-Кларе у нас этот Супербол. Ожидается дикий наплыв людей, забитые дороги. Я не знаю, в общем, ужастики такие говорят, что прямо страшное дело. И все это в один день с трансляцией. И нам говорят, кто же будет смотреть там, вот, значит, вашего иммиграционного адвоката, если в этот день Супербол. Я лично не пойду смотреть Супербол, я, собственно, и так его не смотрю. Вот, а буду заниматься трансляцией Светланы Каф. Но по времени это разнесено. Значит, если Супербол, я боюсь ошибиться, но часа в 3 начинается дня, то мы со Светланой, если мы начнем в 10:30, ну, я не знаю, я надеюсь, что мы где-нибудь к полудню там закончим, ну может быть в пол первого, ну сколько мы там можем на вопросы отвечать. В общем, такого плана. Вот, наверное, и все. Я всех приглашаю поучаствовать либо живьем, либо задавая вопросы, которые мы там распечатаем, отдадим, значит, Светлане, когда она придет. Счастливо!